Ну, у вас-то скидываться только придется, если общие места так на плитку и на потолок. Ну да. Так же что тут? Но есть же такие вещи, которые уже интернетом даже кабель протянули. Разброс сделали. Ладно уж. Есть этажи, где 23-22 еще не доштукатурен, не доделан. Ну да, так и же говорю, жил. Тут только все, покрасить и, по сути дела, стены покрасить, потолки, о, все. Ну, самое главное, сделал бы лифты и... Да, лифты, электрику и воду. Все, больше ничего не надо. Ну, и отопление, разумеется. Без воды отопление не пойдет. Ну, уже все сжечь. Тут дверь несгораемая будет стоять. Еще вентиляция, зонты прицепят. До 16 этажа зонты есть, а тут нет зонтов вытяжных с автоматикой. Угу. Потому что это дымоудаление, это тоже надо им делать однозначно, иначе не примут. В принципе, там пожарные гидранты, пожарные экраны. Там мог повесить. Ну, счетчик, ящик. Эти уже даже есть коллектора. Теперь подключай к ним только. Ну, пока так. Еще одна шахта дымоудаления. И можно вселяться.